Это понял. И одна большая, да, еще. Принимай. Давай здесь, давай сюда, сюда, Олег. Она тоже хочет. И быть. Вторая, давай. Принимай. Давай. Давай, давай, Олег. Раз. Иди сюда. Давай, давай, иди сюда. Тихо, 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 тихо. Малик. Что, неси? Тихо, 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 тихо. Давай. Ты вышел, собачка. Держи. Держи. Давай. А ну повыше сможешь? Тихо, 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 тихо. Давай мне, мама. Я его собаку приму. Давай. Еще одна, Олег, да? Сядьте в лодку, пожалуйста, мы заберем вашу собаку. Мы сейчас видим, побачим, где она плавает. Пойдем, переступай. Нет, вы там потопитесь. Мы не потопимся, мы не потопимся, мы волонтеры. Оставьте палку, бабушка, сядьте в лодку. Идемте в лодку. Идемте, сядете в лодку. Собаку мы сейчас достанем. Вложите палку. Бабуля, без собаки не хочет ехать никуда. Сейчас мы тебя достанем, маленькая собачка. Ой. Она вылазит, надо быстрее, да. Погнали. Все, рыжик уже у нас. Достали. Пошли, хорошенький. Ой, какой хорошенький. А где? Какой дом? Больше безопасно сейчас. Стою в воде. Мужчина! Колышка, давай! Вы с какого города? Домой, домой, рвется. Хочет домой. Разлетитесь там! В Америке тоже, когда во Флориде hurricane проходит, очень развита вот служба по спасению животных. И adoption center, где их потом разбирают. И волонтерские ветеринарские центры открываются, бесплатно всю помощь им оказывают. Такое нежное, нежное, трепетное отношение к младшим братьям. В России этого люди не понимают. Но кто-то своего спасет, конечно. Вот так, чтобы ходить собирать всех подряд. И сказать, да ну, грязный, да ну, не породистый. Ну, кому он нужен? Да кому она нужна? В России нет такого отношения к животным, тем более мужики. Бабушки ходили, собирали. Женщины, может, собирались всегда были. Дети собирали, но не мужики. Вы именно взяли самую главную вещь, которую надо было. Это сильно. Именно понял. А что вы будете делать, Басни? Все, что говорите? Блины жарите. Блины жарите. Делайте. Микроволновку. И сколько домов вот стоят, и они уже все испорчены водой. Вся мебель. Машины. Кроме жизни ничего не важно. Ничего. Тут жизнь, спасибо. Опа, сюда. Так, видите, все, держись. Маленький. Такой голос нежный, маленький, держись. Как будто это его собака. Но это же не его собака. Давай залазим в хату. Опа. Че, опа. Опа. Амбля. Одеяло можно сейчас. Смотрите, как больно смотреть, как твой дом плывет. А что там есть? Посмотрите, как больно смотреть, как твой дом плывет. Да, вот есть одна. Как плывет там вот вещи твои. Под... стиральная машинка поплыла. Все. Давайте, ты выходишь, ты бомж. Давай. Посмотрите, какой дом шикарный. Шикарный дом. Посмотрите, какой. Какая стена.
что голос пропал. Сейчас, секунду, а то мы тут шнура сами запутаемся. Как много животных, да? Давай. В этих селах. А давай, это чуть тут. Ничего, перехватываем. Все, отлично, все, хорошо. Где там кто-то? И это все происходит только на проукраинской территории. Только на проукраинской территории. Видели, Кременчук едет спасать. Миколаев, Одесса. Их вывозят. Бабушку чуть ли не какой-то ковер положили, вывезли. Вынесли. Там на руках. А что происходит на пророссийской территории? Орд не выпускает никуда. Папа сидит на крыше, и я не знаю, что там он ждет. Когда вода уйдет или когда вода придет, я не знаю, папа мои подпишешь. Не выпускает из оккупированной территории никуда людей. Говорит, все хорошо. Проблем вообще никаких нет. Чего вы волнуетесь? Идите домой. И заодно российские паспорта, говорит. Вы хотите выехать, возьмите российский паспорт. Я слышала, что уровень воды на оккупационной территории куда выше, чем на правом берегу. Потому что правый берег выше. Иди сюда. Все. А сейчас ты. Нас уже покусали, Саба. Давай на щите вылезу. Опа. Бедные животные. Люди побросали работу, побросали все свои дела и поехали. Мы ж тебе не посоветуем плохого. Ты смотри, какие они нежные, обходительные. Пошли. Нежные, обходительные. Ну, я працую. Какая старая архитектура, ну, видите? На одном весле, это уже какой-то, не знаю, монастырь или что.